Аграрии Солигорщины активно готовятся к весенне-посевным работам. Сейчас на поля района вывозят органические удобрения. При плане в 619 тысяч тонн уже вывезено 710 тысяч тонн. Также некоторые хозяйства приступили и к внесению калийных удобрений в почву под яровой сев. Особое внимание уделяется сельскохозяйственной технике. О ситуации с ремонтными работами нам рассказал председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Николай Ткачик. Проходят техосмотры, идет подготовка посевных агрегатов. То есть сельскохозяйственные предприятия района активно готовятся к началу посевной. Мы видим, что погода в этом году теплая стоит и, возможно, придется пораньше начинать посевные. Сейчас ежедневно посещая хозяйство, можно сказать, что у нас очень неплохо и планово идет ремонт техники. Производится, никаких нету сбоев, запчасти, горюче-смазочные материалы поступают своевременно. Работ, конечно, хватает, нужно еще много работы это с ремонтом техники, но все идет планово, я думаю, что мы к началу посевной все дружно все это подготовим и выйдем в поле.